Доброе утро. Сегодня 19 июня. Сирень поздняя уже отцвела. Небо чистое. День будет жарким опять. Иду по Зеленому проспекту. Липы в скверике высокие. Зашли в французскую кофейню. Попьем кофе пока. Пришли попить кофе. Здесь очень уютно. Нам нравится. И тебе чего нравится? Да. Работа нравится. Такие тортики здесь есть. Небольшие. Все свеженькое. Пироженки разные. Здесь мы кофейку попили. Идем по Первой Владимирской. Здесь такие вот клумбочки красивые. Салоны красоты. Писались к зубному. Ходим теперь. Кофе уже попили, в магазин сходили. Еще нам 40 минут. Вот какие бьон вырос здесь в дереве. У нас еще есть время, еще сюда зайдем. Сидим у врача и нервничаю. Хороший врач Глухов Евгений Владимирович. Два раза у него делал зубик. Хорошо очень. Зубки полечили. Едем домой. Ждем автобус на Зеленом проспекте. Сталинский дом еще такой вот. Здесь потолки высокие. Дома такие строили. Какой куст жасмина у нас здесь цветет под окном. Всем всего доброго. Будьте здоровы.